Друзья, приветствую! В этом видео мы с вами коротко поговорим о том, как играть на гитаре флажолетами. Коротко затронем натуральные флажолеты, и я покажу, как играть искусственными флажолетами. Сейчас вы часть мелодии слышали, я всю ее сыграл искусственными флажолетами. Продолжение сейчас сыграю, когда мы с вами немножечко пообщаемся. Значит, смотрите, принцип флажолета заключается в следующем. Мы разделяем струну на одинаковое количество частей. На две части, или на три части, или на четыре части. И как раз-таки вместе разделения струны у нас и получается флажолет. Он называется натуральным флажолетом. Вот смотрите, принцип его заключается в следующем. Мы подушечкой пальца слегка касаемся струны и правой рукой пальцем щипаем струну, а потом левую руку немножко в сторону отводим. Вот смотрите, обычный звук, а теперь флажолет. И у нас призвук такой очень интересный получается, сказочный, хрустальный, как будто бы маленькие колокольчики звучат. Для того, чтобы сыграть искусственные флажолеты, нам тоже нужно струну разделить на равное количество частей. Это получается две части, но смотрите, если мы зажмем, например, пальцем указательным на первом ладу, то у нас нет возможности дотянуться левой рукой для того, чтобы сыграть натуральный флажолет. Что мы для этого делаем? Мы зажимаем палец, делим струну ровно пополам, у нас как раз-таки получается 13-й лад. И смотрите, указательным пальцем слегка касаемся струны, а безымянным пальцем, вот мне удобнее безымянным, я знаю, кому-то удобнее средним пальцем, пальцем М, мне пальцем А удобнее, мы щипаем струну. И у нас получается вот такой вот звук. Если мы, соответственно, второй лад зажимаем, то мы на 14-й лад перемещаемся. Здесь зажимаем 14-м ладом, на 14-м ладом касаемся подушечкой пальца, а безымянным пальцем, соответственно, щипаем струну. И у нас можно строить мелодию. Понятно, да, каким образом? Это необходимо тренировать, конечно. Ну, а теперь давайте дослушаем эту мелодию «Jingle Bells». Если это видео показалось вам полезным и вы собираетесь применять в своей практике искусственные флажолеты, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе, как только появляются новые видео на моем канале. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока!